Привет, привет, друзья! Вот, наконец-то, 2 месяца спустя, сегодня март 15-е, и я первый раз дали нам погоду, все льет и льет, дожди, туманы. Вот я снимаю, пытаюсь комету. Ну, тут панорамная, так, не думаю, что она выйдет у меня так идеально, но так, может, точечку найдет. Моя Сонька установлена в ласточкин хвост. Верхняя часть сняла я от трипода, который я... Трипод. Never. Типа никогда. Да вот, 2 года назад купила на Алиэкспресс, 11.11 акции были. Держала руку на кнопке, чтобы быстрее купить, потому что только открыли продажи. Сразу через минут 10 они были проданы. Купила за 20 евро. Он, не смотрите, что он такой маленький, он там компактный. Но вот это вот выдвигается вообще, палка отдельно можешь. Если его весь выставить, он 1,70 м в высоту будет. И вот, что мне нравится, эта верхняя часть откручивается. Вот ее можешь приподнять, опустить, как хочешь, фотоаппарат устанавливай и снимай. Смотрите, ее можно под углом поднять. Вот моя конструкция, это закрепленный в ласточкин хвост. Ну и вот, я говорю, сегодня эту комету пытаюсь снять Понса Брукса. 12P. Она один раз за 70 лет пролетает. Это из семейства Галлеи, комета Галлеи. Ну вот, пытаюсь снять. Посмотрим, что получится. Ну, вот это я. Вот я. Я такая красивая. 2 месяца не видела неба. Ой. Ну, посмотрим, что получится. Ну, как-то так посмотрю. Покажу. Если что получится, покажу. Ну. Ну вот, сегодня еще испытаю окуляр, зум-окуляр для визуального наблюдения SV Bony от 8 до 24. Очень хороший. Не знаю, как увидит этот Pocket 2, но для визуала очень-очень даже. Никаких этих двоений, ничего нет. Вот. Ну, не знаю, как Pocket 2 снимет его. Но для визуала это очень мне понравилось, эта линза от 8 до 24. Сейчас я включу лампу. Вот. SV Bony. Зум от 8 до 24. Видите? Для визуального наблюдения мне очень понравился. Сейчас говорю, вот погоду дали чуть-чуть. Хоть глазом посмотреть. Не выносила компьютер, ничего, ни удлинителей, ничего. Просто посмотреть, потому что 2 часа чуть-чуть вот панораму комету поснимала и пытаюсь вот Луну понаблюдать хоть чуть-чуть. Сейчас глазом посмотрю, что она тут покажет. Трудно это. Ой, трудно поймать. Ну вот, пример. Ай. Все-таки. Ну вот. Вот так. Снимаем Луну. Не знаю, сейчас увидите ее или нет. Вот там она. Родная. Вообще. Pocket 2 видит ее. Еле-еле. Ну, красиво.
этой линзой так вообще все кратеры так видны. Вай-вай-вай. Четко. Четко. Трудно поймать. Маленькая камера. Ну, мне очень нравится. Вы знаете, вот сегодня не снимала ничего. Ну, просто смотрела. Ой, вы понимаете, я увидела даже или спутник пролетел, или МКС. Ну, вряд ли МКС. У меня есть программа, по которой можно смотреть. Ну, очень что-то похоже было космическое пролетело. Может быть, спутник какой-то. Ну, а может быть, и НЛО. Ну, прям был точно не птица. Ну, какой-то космический объект пролетел. Это я точно видела. Очень похоже на МКС по форме. Глазом было очень замечательно видеть. Это вообще, мне очень понравился этот окуляр. Так что, если кому интересно наблюдать визуально, можете наблюдать. То есть, ну, приобретать эту не очень дорогую линзу, ну, это окуляр, и он вам поможет в ваших наблюдениях. Ой. Сейчас. Отличный окуляр. Спасибо, Эслбони. Ну вот эта линза, она так упакована. Посмотрите. Если что, советую. На Эслбони есть сайт. Если вы там зарегистрируетесь, они даже скидку дадут. Хороший. Ну, я, короче, этот лайк показываю. Очень хороший. Спасибо, СВ Бонни. Вы мне очень помогли.